Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Брайана Трейси «Путь волка. 10 основных фактов». Подпишитесь, пожалуйста, на канал, оставляйте какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем. Факт номер один. Продать можно что угодно. По мнению Белфорта, товар занимает второстепенное место. Основная задача дилера заключается в формировании доверия к себе, продукту и фирме. Научившись продавать хоть что-то, можно продать что угодно. Правило 4 секунд. Первоначальное решение покупателя формируется всего за несколько секунд с момента встречи с продавцом. Из зрительной области коры головного мозга сигналы поступают в префронтальную область, которая отвечает за принятие решений. Можно бесконечно повторять, что первое впечатление может быть ошибочным. Люди покупают решение проблем. Клиентам нужны не товары, а потенциальные выгоды от их приобретения. Даже товар плохого качества можно выгодно продать, если он несет выгоду покупателю. Именно так Белфорд заработал состояние на продаже дешевых акций. Упрощенный профессионализм. Клиенты хотят совершать покупки у профессионалов. Компетентный специалист пользуется авторитетом. Экспертность продавца в глазах клиента формируется симбиозом внешнего вида, поведения и манеры речи. Пятый факт. Секрет не в словах. Клиент верит не в то, что говорит продавец, а в то, как он это делает. Изменением интонации можно привлечь и удерживать внимание даже по телефону. При личной встрече подключите еще один прием – язык тела. Шестой факт. Сложность работы с возражениями преувеличена. Продавцам может казаться, что клиент способен придумать тысячи причин для отказа от сделки. В итоге команда Джордана составила список. Причин для отказа получилось всего 14. И на каждую можно продумать опровержение. На одной волне. Для успешных продаж нужна мотивация и правильный настрой. Эмоции, которые испытывает продавец, считывает покупатель. Белфорд ежедневно проводил собрания с мотивирующей речью, чтобы настроить брокеров на рабочий день. Восьмой факт – эмоциональная подстройка. К разным клиентам нужен разный подход. Сначала необходимо настроиться на эмоции покупателя и говорить с ним в его манере. Подстройка заключается в копировании интонаций, поз и жестов. После успешной подстройки можно менять поведение, чтобы направить клиента к заключению сделки. Если клиент не хочет покупать, не стоит тратить время. Система Белфорта не настроена на холодных клиентов. Более того, писатель не советует тратить время на незаинтересованных в продукте людей. Прививать человеку потребность не является задачей продавца. Заключительный факт. Принципы успешных презентаций. Для успешной презентации продукта покупателю писатель предлагает придерживаться следующих 6 правил. Приберечь несколько козырей на потом для работы с возражениями. Описывать выгоды, а не сам продукт. Задавать уточняющие вопросы, чтобы настроиться на клиента. Еще 3 правила в текстовой версии этого обзора по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заказываем новые обзоры и читаем книгу Джордана Белфорта «Путь волка» вместе с «Читай быстро».